Олимпиада, которая состоялась в Инсбруке в 64-м году, была одной из самых трудных, потому что мы не были фаворитами, так сказать. Там с канадцами последний матч был вообще. Мы же выиграли его 3-2. Этот матч, он был настолько напряженный до последней минуты. Была очень такая скрупулезная подготовка к этим. Поэтому мы собирались, помимо собраний, которые проводили тренеры, мы собирались и пятерками, как играть будем, договаривались. А самое главное, чтобы в коллективе была вот такая жизнерадостная обстановка. Нам приносили просто-напросто, заваливали телеграммы, они как-то вот ребят немножко взбадривали. Нам, предположим, рассказывали о том, что брали статистику завода «Зилла», что в период, когда команда проигрывала кому-то из одной команды, Швеции, Чехии, то производительность труда падала сразу на 40%. Но мы понимали, что хоккеем все-таки страна просто жила. Даже органы милиции в период, когда проводились матчи, СССР играла с Канадой, Швецией, что правонарушений в городе Москве практически не было никаких. То есть все сидели у телевизора и наблюдали эти матчи. Одна спортсменка завоевала все 4 золотые медали. Это сделала наша Лида Скобликова. Все как-то необычно для меня складывалось. Но, во-первых, меня поставили на все 4 дистанции бежать. Это сложно. Сложно, потому что 500 и 3000 – это совершенно разные дистанции. Бежать их надо по-разному. И вы знаете, вот бывает, вот у меня так сердце радостно как-то, вот, знаете, как будто оно переворачивает. Давай, Лида! Ну все, Лида дала, видно. Прибежала лучшее время на первой дистанции на 500 метров. Ну, а потом 1000 метров, потом 1500 метров, первое место, и потом 3000 метров, самое коварное. Ну там, во-первых, сломались, там отключились как-то эти установки морозильные. Во-вторых, было плюс 5 градусов. Одна половина, которая солнечная, она вся тает, такая, как сахар становится дорожка. А вторая, теневая, по ней можно бежать. И я вот здесь мне пригодились мои легкоатлетические навыки, когда я катилась по теневой стороне и бежала. Вот вы, буквально, вы знаете, вот так вот расставив руки, подстраховываясь, чтобы не упасть, потому что конек зарывается в лед. Когда я пробежала дистанцию, показала лучший результат. Это была 4-я золотая медаль. Там вообще было очень интересное награждение, ежедневно же идет. И мне надели золотую медаль 4-ю, а потом это все всегда идет на хоккей, перед хоккейной игрой. Полный хоккейный стадион. И все стали скандировать 4-4. Меня спустили с пьедестала, я одела все 4 медали. Ну, это было очень приятно, это был большой праздник.